когда его не было, она тоже психовала? Ну, она так не психовала, конечно. Так нет, все равно психовала. И потом, может быть, ее гнать начинает. Сейчас ребенка, который, слава богу, если он не будет инвалид, все, дай бог, все будет хорошо. И другой ребенок, который... Вот очень нам понравилось там. Может быть, его очень там здорово. Стиль, высоко, что, все видно. Вот, да. Можно погрызть все. Оте. Ну, блохоносец. Блохоносец маленький. Где? Кокосик. Кокосик. Ой, ой, вот так я все разберу. Я взрослый большой енот. Да. Вот он я какой. Очень какой. Действительно, и родителям мне жалко всех, потому что в свое время я тоже ушла из дома из-за мальчика. Ровно так же сейчас я хочу сказать, какая же я была дура, потому кокос. Что все, что говорила мама и папа, это кокос. Отя, глаза бусинки. Действительно, тоже жалко, раз такое с ним случилось. Нужно смотреть дальше, что будет происходить. Смотреть и общаться с ним, врачам, там, кому угодно. Но, в следующий раз тем не менее, да. Вы же это понимаете, это вы же его защищаете. Вот других не притяни, вот и правильно сделали, да. Бум. Отя, моя радость такая.